Интернет-платформа по изучению иностранных языков Duolingo расширяет сферу деятельности, предлагая далеким от музыки пользователям приобщиться к этому виду искусства. Новый курс будет состоять из сотни небольших уроков, в которых в виде учебных пособий прозвучат более 300 популярных мелодий. Для начала с помощью цифрового пианино пользователям предлагается ознакомиться с нотной грамотой. Приложение просится поставить расположенные на нотном стане ноты с их звучанием. Затем в качестве контрольного теста Duolingo предложит проверить уровень усвоения материала и сыграть какую-нибудь известную, но несложную мелодию по нотам, появляющимся на экране. Помимо добавления музыкального курса, Duolingo обновила и курс по математике, который должен дать пользователям продвинутые математические навыки в реальном мире, что поможет им как минимум быстро подсчитывать чаевые и почасовую оплату. Уже сейчас можно зарегистрироваться в списке ожидания музыкального курса, пока он доступен только в английской и испанской версиях для устройств на iOS. Google добавит новостную страницу в мобильное приложение YouTube. На ней будут показываться видео, прямые трансляции, подкасты и шортс от авторитетных источников. Сообщается, что для запуска нужно будет нажать на видео со значком газеты на главной странице или в результатах поиска, после чего на экране должна появиться лента с контентом по выбранной теме. То есть это не отдельная вкладка или постоянная кнопка в интерфейсе, что было бы гораздо проще, и не агрегатор главных новостей дня. Google хочет инвестировать более $1.5 миллиона на создание и продвижение коротких новостных роликов на своей платформе. Компания намерена работать с мировыми новостными агентствами. Яндекс представила новую диффузионную нейросеть «Яндекс.Арт». Она создает более детализированные изображения и анимацию по текстовым запросам. Новинка понимает российский культурный код. Искусственный интеллект знает известные места и города страны, выдающихся личностей разных эпох и знакомых с детства персонажей мультфильмов и сказок, например, Чебурашку, Богатыри и Бабу-Ягу. По сравнению с предыдущим поколением модели, которая использовалась в шедевруме, «Яндекс.Арт» в большинстве случаев создает более реалистичную и детализированную картинку. Искусственный интеллект уже интегрирован в приложение «Шедеврум», а вскоре появится в клавиатуре для мобильных устройств и других сервисах компании.